Украина – внеблоковое государство. Киев окончательно отказался от НАТО и ОДКБ. Верховная Рада приняла предложенный президентом Виктором Януковичем законопроект об основах внутренней и внешней политики. За проголосовало 259 депутатов при 226 минимально необходимых. Украинский парламент установил, что отныне страна придерживается политики внеблокового статуса. Это означает запрет участия Украины в военно-политических союзах. Закон вступает в силу со дня опубликования.